субботу в Самарской области малооблачно, без осадков, днем минус 4, минус 6 градусов, ночью 7-9, ниже 0. Ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду. В Сызрани безоблачно, днем минус 6, в темное время суток минус 8 градусов, юго-восточный ветер, скорость 2 метра в секунду. В Тольятти ясно, в дневное время минус 5, ночью минус 7 градусов, южный ветер 2 метра в секунду. В Самаре солнечно, днем минус 6, ночью 8 градусов, ниже 0, ветер юго-восточный 2 метра в секунду, атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 57%. Геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru.